минувшие дни в городе прохладной Кабардино-Балкарской республики состоялся открытый турнир по большому теннису, где приняли участие каспийские спортсмены. По их словам, информацию о соревнованиях они узнали через социальные сети и тут же подали заявку на участие. Отметим, что теннисисты из Каспийска уже второй раз становятся участниками данного турнира. В прошлом году первое наше выступление мы сразу попали на очень сильных игроков и даже не знали уровень, потому что долгое время ни соревнований, ничего не проводилось. Детская школа, которую мы занимались там, с 1 по 7 класс, потом развал СССР, корты, в общем, пришли в такое ненадлежащее состояние. И отношение к теннису, оно как-то изменилось. И мы для себя здесь, на этих старых кортах, стяжку наложили и потихоньку реставрировали, где-то что-то занимались. Соревновались ребята на втором уровне с командами из разных городов России. Данный турнир дает определенное количество рейтинговых очков, и теннисисты могут сравнить свой уровень профессионализма с другими командами. Так, по завершении турнира обладателем первого почетного места стал Закир Гаджиханов. Он победил 4 соперников в категории 40+. Спортсмен поделился, как у него появилось такое желание покорять вершины тенниса. Спорта. Ближе к возрасту появились любители, которые энтузиасты тенниса, и мы начали собираться, и вот так вот загорелся интерес. У нас проходили такие междоусобные войны друг с другом, и вот эта интрига, интерес нам подорвал, чтобы мы поехали и выступили уже на уровне СКФО и на российский уровень. Профессионально Закир занимается теннисом уже около 10 лет и входит в команду любителей, состоящую из 7 человек. Но впервые за долгое время хобби принесло такой результат. В прошлом году я был серебряным призером СКФО во Владикавказе. И я до финала уже показал, что я достиг всего. Но в финале, мог выиграть этого соперника, но, видимо, не справился со своими эмоциями и проиграл этот финал. И это меня как-то насторожило, еще больше стало желание заниматься, тренироваться. И вот побудило вот эта мотивация именно победить именно в финале. Кроме того, на открытом турнире дагестанские теннисисты забрали не только золото, но и 2 серебряные медали. Обладателями вторых мест стали Мурат Абдуллаев, который уступил сопернику из Москвы в финале, и Мурат Гаджиханов, где в парном разряде завоевал 2 место. Теннисист, участник любительской команды Мурат Алиметов, рассказал о планах на текущий год. У нас будет в дальнейшем еще, мы планируем сами, вот команда Каспийска ветеранов планирует участие в городе Пятигорске 12 июня на День России и в городе Владикавказе 29 июня, где мы будем подтверждать свои очки, заработанные на предыдущих турнирах. В этом году? Да, в этом году, да. Поэтому я думаю, что наше участие, лично мое участие будет более успешным. Но для этого надо продолжить, конечно, усилия, как и везде. Стоит подчеркнуть, что этот успех – большой шаг в спортивную карьеру теннисистов региона.